Как в старину, на народное пожертвование. Или, как в советские годы, методом народной стройки. На стройплощадке Никольского храма в Березниках работа кипит еще с лета. В августе залили фундамент, в основание стен заложили первые кирпичи. Отметим, что собранных пожертвований вполне хватило, чтобы вывести церковь на так называемую нулевую отметку, на высоту в 2,5 метра. Перед Господом же мы встанем, и все нас будут, наши добрые дела наши, потом учитываться все. Хочу, чтобы там, не здесь, там, чтобы нас потом вспоминали. И вот пришел октябрь, а с ним понимание того, что доброхотные даяния не пропали даром. Цокольный этаж, который удалось возвести на пожертвование за лето, теперь закрывают перекрытиями. Отец Игорь, после того, как собственноручно помог уложить несколько плит, с радостью делится планами. Главный из них – начать богослужение в нижней части храма к светлому празднику Рождества Христова. Прекрасная еще погода. Все видно, все прекрасно, замечательно. И Господь дает нам возможность начать перекрывать. Я думаю, на зиму мы утепление сделаем сверху, все полностью. И нижняя часть, сможет быть открыта для того, чтобы внизу можно было совершать богослужение. Отец Игорь также рассчитывает разместить в цокольном этаже бухгалтерию, зал заседаний и детскую воскресную школу. Ну а весной с Божьей помощью продолжить строительство. Олег Романов, Евгений Шиленко, телевизионная служба новостей.